занимаемся обустройством портовой зоны. Я являюсь начальником участка антикоррозионной защиты. Я АКЗ занимаюсь порядка 20 лет. Первые окрасочные аппараты системы ГРАГа «Кинг» 68-е я начинал работать в 2000 году. То есть за все протяжение работы они показали себя достойными аппаратами в экстремальных даже условиях. Я работал 20 лет в городе Нижневартовске, Западной Сибири, обустройство нефтяных месторождений. Данный аппарат, который мы сегодня видели, мне честно понравился. Значит, убрали те производственные вещи, которые мешают производству работы. Это очень важно. А как сам аппарат, он достоин. Была устранена самая главная, я считаю, задача, это вывод конденсата, который при работе замораживал голову аппарата. И малярам доставляло больших трудностей в этом. На сегодняшний день я вижу, что все сделано достойно. Появились выводы, появились достойные фильтра. Аппарат работает намного мягче 90-го. И то, что преимущество, он довольно серьезно работает на 2 пистолета. Это объем работы. Квадратные метры. Производительность труда увеличивается соответственно. Вообще, я считаю, аппарат очень хороший. Они продуктивные, они не боятся тяжелых материалов. Это очень важно в нашей работе, потому что мы занимаемся огнезащитой, плюс окрашивание резервуаров, сваи морские и так далее, и так далее, и так далее. Проблем серьезных за период моей работы не было.